Игорь Пахомов. Всем привет, меня зовут Игорь Пахомов, и у меня к вам сразу же вопрос. Что ценнее, быть богатым или умным? Я считаю, все вместе. С этой мыслью я хочу представить вам новый обучающий продукт по заработку в интернете – Локомотив. Это новый метод со всесторонней поддержкой ученика на процессе всего обучения. Некоторые лучшим заработком называют тот, в котором и делать ничего не надо, и я с ними в корне не согласен. Я лучше выберу тот, который достаточно сделать один раз. Так мой отец сделал, так я делаю, и до сих пор вполне успешно. Найдите себе повод, чтобы начать действовать, и я вам лично гарантирую, заработок не менее 1500 рублей в день стабильно. Резонно стоит вопрос, если я обещаю такие заработки, то сколько же я зарабатываю сам? Давайте посмотрим. Так, это мой Яндекс.Кошелек. Вот здесь моя фотография. Давайте я обновлю, чтобы вы убедились, что это не какой-то там скриншот. И посмотрим пополнение. Смотрите, практически каждый день на мой Яндекс.Кошелек поступают деньги. Это те самые продажи на автомате. Я работаю только в интернете, я ни на кого не работаю, у меня опыта работы по найму нет вообще. Я всю жизнь работаю только на себя и в интернете. Так, пойдем дальше. Вот мой Сбербанк онлайн, мой счет 327 164 рубля. Вот здесь написано Игорь Александрович П. Обновим. Пожалуйста, мне нечего скрывать, показываю все как есть. Работаю я с сервисом Glopart. Ну, я не только с ним работаю, я в курсе буду говорить, с какими сервисами я еще работаю. Но вот здесь, для примера, вы можете видеть то, что у меня идут продажи. И отсюда я вывожу деньги на свой Яндекс.Кошелек и на карту. Так в чем же суть заработка? Смотрите, у всех у нас есть смартфон, а на смартфоне есть диктофон. Мы будем зарабатывать с помощью диктофона на вашем смартфоне. Вот смотрите, у каждого человека есть своя область интересов. То, на что ему нравится говорить, слушать, общаться с друзьями, с мамой, с папой, смотреть видосики на ютубе. Думаю, смысл понятен. И на этом можно зарабатывать. Конкретно мне нравится говорить про бизнес, про маркетинг, там, про товарный бизнес, все, что связано с деловым миром. Я на этом зарабатываю. А именно, что я конкретно делаю? Я беру какую-нибудь популярную тему в мире бизнеса, составляю мысленный план, о чем я буду говорить, или беру готовый текст и перерабатываю его под себя, потом я этот текст озвучиваю на диктофон или на микрофон и загружаю это видео на YouTube. А в описании к видео мы будем вставлять различные ссылки, по которым будут переходить люди. По этим ссылкам они будут покупать то, что вы будете предлагать, и вам будут отчисляться партнерские вознаграждения. Также можно зарабатывать на пожертвованиях. Есть еще несколько способов заработка, о которых я буду говорить в курсе. Представьте, что вы зарабатываете точно так же, только на той теме, которая интересна вам. Ничего проще придумать просто невозможно. Перейдем теперь к презентации. Итак, какие у нас будут этапы работы? Этапы нашей работы будут следующие. Первое – создание интересного вам контента. И второе – продажи на автомате. Никаких продаж физических товаров, никакого спама в соцсетях. Теперь давайте рассмотрим самые частые вопросы. Что от вас потребуется? Главное, чтобы вам была интересна какая-нибудь тема, будь то машина, кулинария, да хоть ядерная физика, все что угодно. И чтобы у вас был смартфон. Будет ли мне сложно? Скажу сразу, я не собираюсь делать из вас профессионал в какой-то области. Намного важнее, чтобы вы получили свой первый финансовый результат. А что если не получится? Я не просто так назвал свой обучающий продукт «Локомотив». Это поезд, который движется от точки А к точке Б. У вас задача будет точно такая же – пройти курс от начала до конца. А само название вам будет постоянно об этом напоминать. Более того, я обеспечиваю всестороннюю техническую поддержку. То есть я буду с вами общаться не только через ВКонтакте или через почту, но также через WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram и так далее. Можете писать мне где угодно. Я есть везде, везде отвечаю. Есть ли у вас гарантия? У меня не просто гарантия, у меня расширенная гарантия. Более того, я практик, я обучаю только тому, что умею делать сам. Я в интернете давно, я не собираюсь рисковать своей репутацией. Можно ли зарабатывать на автомате? Зарабатывать на автомате можно. Я вам показывал результаты своей деятельности. Курс сделан именно с этим уклоном. Итак, давайте подведем итог. Вы получаете обучающий продукт, также услуги по сопровождению, то есть различные консультации и поддержку. И различные бонусы. По поводу бонусов я скажу немножко позднее.
Присоединяйся ко мне прямо сейчас. Почему прямо сейчас? Потому что время ограничено. Над тарифами вы увидите таймер. И как только время на таймере закончится, то скидка перестанет действовать. Чем выше тариф, тем выше скидка. Но вы можете получить еще дополнительную скидку. То есть к той скидке, которая есть сейчас, вы можете получить еще и дополнительную. И для того, чтобы ее получить, нужно сделать. Первое. Сделать репост этого сайта. Сейчас вы видите короткое видео, фрагментик, где я показываю, как это можно сделать. Второе. Подпишитесь на меня в Instagram. И третье. Напишите мне «сделал» и прикрепите ссылку на репост сайта, чтобы все было честно, чтобы я увидел и так далее. И тогда я вам пришлю промокод на скидку. Итак, что за бонусы? Первый. Вы получаете мой прошлый обучающий продукт по заработку в интернете «Вершина». Это мой топовый продукт, там большое количество уроков. Дальше вы получаете бонус «Как заработать $1000 за 30 дней». Тоже очень крутой бонус, отлично подойдет для данного обучающего продукта. Дальше, как получить 10 тысяч реальных просмотров на YouTube. Тоже очень крутой бонус. Следующий бонус — суперпродуктивность. Это бонус, который раскрывает мотивационные моменты, как правильно планировать, как работать не отвлекаясь, ну и так далее. И последний бонус — 110 советов, как увеличить трафик в сети. Кто владеет трафиком в интернете, тот всегда с продажами, и у того всегда есть деньги. Поэтому это самый крутой бонус этого курса. Итак, сейчас вы видите все 5 бонусов. Это комплект бонусов. И мои контакты. Как я уже сказал, можете писать мне где угодно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне прямо сейчас. Я всегда отвечаю на все вопросы. Я уверен, что у вас все получится. Главное, ничего не бойтесь. Смело шагайте вперед. Надеюсь увидеть вас в числе своих учеников. Успехов!